Сейчас я вам расскажу, как оригинально поздравить свою девушку с Международным женским днем. Все обычно привыкли покупать никчемные банальные открытки, а сейчас мы сделаем с вами крутую оригинальную открытку с фотографией вашей девушки. Очень быстро, очень приятно ей будет после того, как вы подарите эту открытку. Итак, заходим на сайт photoshopmaster.ru. Желательно зарегистрироваться здесь, потому что это очень такой прикольный сайт. Здесь много всяких дополнений к программе Photoshop, которые помогут вам легко и быстро сделать данную открытку. Итак, пишем в поиске сайта после того, как вы зарегистрировались. К примеру, 8 марта. Итак, находим рамку для фото, какую вам нравится. То есть так, открываете любую. Неплохая рамка, очень красивая. Скачаем ее. После того, как мы ее скачали, нужно открыть ее в программе Photoshop. Ах да, если у вас нет Photoshop, его стоит скачать. Итак, открываем. Вот у нас появился холст, на котором нарисована наша рамка. После этого вы должны найти фотографию, которая вам понравится, вашей девушке. Ну вот, к примеру, такую фотографию мы возьмем для того, чтобы показать, как это все должно выглядеть. Также открываем ее в программе Photoshop. Открыли. Вот. Далее нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C. Закрываем эту фотографию. Нажимаем Ctrl-V. Далее, вот здесь два слоя у нас получится. Слой с нашей рамкой и слой с нашей девушкой. Перетаскиваем слой с девушкой под слой с рамкой. То есть вот так вот это все выглядит. Нажимаем Ctrl-T. Удерживая клавишу Shift, тянем за уголок нашей фотографии. Вот так вот. Растягиваем и примерно подбираем под нашу рамку, чтобы фотография выглядела красиво. Ну вот примерно так. Далее нажимаете на вот этот вот значок и применить. После чего наша оригинальная открытка поздравления с 8 марта для девушки готова. Нам осталось всего лишь сохранить данную открытку. Сохранить как? Выбираем формат JPEG, самый распространенный, и пишем «Поздравление для любимой». Далее сохраняем, нажимаем ОК и смотрим на результат своей работы. То есть вот так вот выглядит наша очень оригинальная, прекрасная открытка, которая приведет в восторг вашу девушку. Если вам понравился этот урок, подпишитесь на мой канал. Далее я вам буду рассказывать очень много интересного. Следите за новостями.